Компания Shell открыла свою 300-ю автозаправочную станцию в России. Юбилейная АЗС расположена в Ленинградской области на 87-м километре внешней стороны кольцевой дороги Петербурга. Это действительно большое событие для нас. Приятно видеть, как российские клиенты поддерживают Shell, выбирая именно наше топливо. У нас хороший темп. Еще два года назад у нас было на 100 заправок меньше. В России действуют 24 тысячи заправок, из них большинство, 64%, принадлежит независимым компаниям, которые не имеют своего нефтепроизводства. И требования к качеству здесь самые высокие. Во-первых, огромные требования, высокие требования с точки зрения промышленной безопасности и операционных стандартов. Это первое. Второе – качество топлива. На заправках Shell топливо контролируется на каждом этапе поставок. С каждой партии берется 3-4 пробы. Это когда топливо приезжает на нефтебазу, берется проба непосредственно с каждого вагона. Это слив в резервуаре, это контрольный налив бензовоз, это в самом бензовозе, это приезд на станцию. По всем показателям берется проба топлива. Сложно представить себе современную заправку без электрозарядки. Подзарядить свой электромобиль бесплатно можно на 6 российских АЗС компании Shell. Нужно зарегистрироваться на сайте, активировать карту, и можно заправляться на наших заправках. Еще один неотъемлемый атрибут – это обновленное кафе. Здесь появились прилавки, не загораживающие обзор, а также блюда для тех, кто предпочитает здоровую пищу. Например, тыквенный суп. Первая заправочная станция Shell открылась 20 лет назад в Санкт-Петербурге, а сейчас автозаправочные станции компании работают в большинстве регионов европейской части России.